Интересно, зомби существуют? Не знаю. А пап, как ты думаешь, зомби существуют? Нет. Я уверен, что они не существуют. Как нет? Мы же сами видели в большой яме. Помнишь? Да. И там, помнишь, Саша, вон там, когда выходили из того дома? Ну да. Только зараженные. Саша, зомби! Побежали отсюда! А папа говорит, нету, нету. А интересно, если нам сходить в то же место в лесу, увидим мы их еще раз или нет? Я думаю, увидим. Но вообще нужно проверить. Папа, папа, можно нам в лес прогуляться? Нет, давайте без всяких прогулок по лесу. Вот играйте здесь, на участке. Мячик там найдите в доме. Что-то они там уже задумали. Мне не нравится. Надо поприслушиваться. Вот бы прикольно было зомби увидеть и с ним поговорить. Все успокоиться не могут, а? А зомби какие они в реальной жизни? Пошли-ка возьмем нерфы и пойдем на ту полянку. Помнишь? Ну ты понял. Пошли, давай нерфы возьмем и пойдем. Ты бери этот, а я Raptor Strike. Все, давай бери нерфы и пошли. Пошли. Ну идите, идите, я понял, про что вы говорите. Я сейчас словлю вас, перехвачу. Там уже где-то деревня. Пошли, пошли дальше, она где-то. Да, пошли. Скоро мы дойдем до места назначения. О! О! Идут! Нерфы взяли! Охотники на зомби, елки-палки. Ладно, сейчас я притоплю. И уже в конечном пункте вас там ждать буду. Вон, Саша, то уже место. Сейчас проверим этих зомбаков, там ли они. И расстреляем их, да, Саша? Да, если они есть. Пошли. Ага, нарисовались уже. Храбрые слишком. У меня как раз кофта, как у того зомбака. Специально искал. Сейчас я вам устрою. Ха, по приколу. Ё-моё, самому страшно. Ё-моё, самому страшно. Ну давайте. Нет, надо в угол заняться. О, да. Саша, чем ближе мы подходим, чем мне страшнее становится. Мне тоже. Пошли проверим. А что же мы будем делать, если там зомби? Ну что? Стрелять в него, наверное. У меня такой нерв крутой, справится без проблем. Наверное, точно для зомби. Ну вообще-то да, нерфы-то у нас хорошие. Ладно, пошли проверим. Пошли. Не запахло ничем. Я ж машину не спрятал. Сейчас мы машину увидим. Так, ладно. Надо через черный ход уходить. Блин, что?
что же это было? Это пули летали. Смотри, папина машина. Это что, он был? А ну пошли проверять еще раз. Побежали быстрее. Главное не бояться. Уже мою машину увидели. Сейчас, я еще здесь подожду. Я им сказал никуда не ходить, особенно далеко от дачи. Ну, сейчас получите. Я же вам сказал никуда не ходить, а? Бежим, Саша, домой! Вот непослушные, а? Оторвали их вроде от папы. Пошли быстрее, никогда не будет. Ладно, бегите, бегите. Я вас сейчас дома подожду, еще объясню, как родители не слушаться. Будете знать у меня. Давай за эту сосну спрячемся. Давай. Не заметил нас. Уже пока домой доедет, успокоится. Пошли. Пошли спокойно домой. Может, и не успокоился. Все равно нужно быть готовыми. Ну да. Он уже как далеко поехал. Вот бы нам еще машинку такую. Фу, напилил только здесь. Ладно, пошли. Да. Сейчас подойду. Еще не видно. Ну ладно, я их тут подожду. О, блин, уже папа здесь. Ну ладно, я думаю, он уже успокоился. О, кто идет? Ну, держитесь у меня, непослушники. Пошли, пошли, проверим. А, непослушники! Куда? Сюда иди. И ты иди сюда, давай. Быстро. У тебя уже нет там патронов, можешь не целиться. Давай, сюда. Ну что, нашли зомби? Да. Зомби-искатели. А? Не натрухали там, как я зарычал? Смешно? Я вам сказал, зомби не существует. Давайте, чтобы от вас хоть какая-то польза сегодня была, вперед, шашлык жарить. Ура! И больше нам не достанется? Я думаю, вы и так перетрухали в лесу. Поэтому вперед. Хорошо, что папа нам хоть разрешил мясо пожарить. Сейчас быстро пожарим и поедим его. Да, могли бы и решиться мясо. Еще пару минуточек и будем есть уже.